Сегодня ушел из жизни поэт Абдурахман Асылбек. Ему было 80 лет. Печальную новость сообщили в Союзе писателей Казахстана. Абдурахман Асылбек является автором многих стихотворений и поэтических произведений. Широкой общественности он известен как автор слов песни «Декабрьский ветер». Она посвящена трагическим событиям 1986 года в Алматы. Поэт родился 1 мая 1938 года в Жамбылской области. Окончил историко-филологический факультет Казахского педагогического института в Алматы. В разные годы работал в газетах «Жазуша», «Жалын», «Мадениет», «Заң», а также в других республиканских изданиях.